Строительство второго этапа мостового перехода Фрунзенский в самом разгаре. Дороги от улицы Шоссейной до границы Самары на участке протяженностью почти 8 километров возводят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сейчас на объекте ведутся работы по строительству двух транспортных развязок – на улице Утевской и на Грозненской. Возводятся стены, рамповые части, то есть идет монтаж опалубки, армирование. Ну и последующее бетонирование будет производиться после монтажа опалубки. Вот. Один участок уже готов 100%, рамповую часть, осталось только шапочный брус там выполнить на трех секциях. На протяжении всего участка строительства ведутся дорожные работы и переустройство коммуникаций. Ширина проезжей части будет 9,5 метров. Это на 3 метра больше, чем было. Пока рабочие трудятся на развязках только днем. После того, как забьют сваи под опоры, работы будут вестись круглосуточно. На участке ежедневно работают свыше 100 человек. Это будет, я думаю, отличный объект, который разгрузит вот перекресток. Если честно, очень удивился темпом работ, который задал подрядчик. Потому что по сравнению с тем, что было 2 месяца назад, с тем, что есть сейчас, разница, конечно, колоссальная. Новая автомобильная дорога обеспечит пропускную способность моста и дополнительный выезд из города со стороны Куйбышевского района. Завершить работы планируют к осени 2022 года. Реализация нацпроекта проходит по поручению президента страны Владимира Путина. То, как ведутся работы, контролирует губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Всего в этом году запланирован ремонт почти 250 километров дорог. Мария Илчан, Максим Гусев. События.